Всем привет, герои! Меня зовут Алексей. Где-то вдалеке я слышу уже какой-то топот и бой щита. Что это такое, может быть, спросите вы? На что я вам отвечу, что в Nexus спешит новый танк ближнего боя — Ирель. Обычно свой обзор я начинаю с классовой характеристики персонажа, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, первой способностью Ирель возносится над землей. Она подготавливается перед взрывом и восполняет себе часть здоровья, а противникам наносит урон. Хочу отметить, что эта способность разделена на два этапа. Если мы не ждем полной подготовки, то, соответственно, восполняемое здоровье и урон по противникам будет меньше. Второй способностью Ирель замахивается и как врежет по врагу. При этом при максимальном замахе она не только увеличивает свой урон, а также еще оглушает противников. Следующая способность — гнев карательницы. Ирель готовится и с криками «За Альянс!» врывается во врага. Разумеется, этой способностью можно как врываться в бой, так и выходить из него. Ну что ж, в начале видео я намеренно пропустил о классовой способности. На самом деле она достаточно простая. Используя классовую способность, мы мгновенно можем применить любое базовое заклинание без использования маны. Таким образом, к примеру, у вас прыжок в откате, вам надо срочно выйти из боя. Вы можете воспользоваться классовой способностью и использовать свой прыжок. Первая ультимативная способность позволяет на короткое время создавать барьер. Этот барьер полностью поглощает урон и частично восполняет здоровье Ирели в зависимости от полученного урона. Следующей ультимативной способностью Ирель может освещать землю. Находясь на освещенной земле, она получает дополнительную броню. Но стоит выйти Ирель из этой области, она исчезает. Вообще, на самом деле, я думаю, что Ирель, как и Ирелию из Лиги Легенд, будут просто называть Ира. Харли Квинн, приятно познакомиться. Ах да, чуть не забыл, скин на Ирель, мне кажется, кого-то напоминает. Фу, я кончил. Я закончил. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. I will fight until the end.